Тут прибежал на молоко. Кто прибежал на молоко? Давай, держи. Так, Пигги. Пигги, Пигги в приоритете. Пигги, держи. Пигги, давай. Нет, смей отказываться от молока. Ты мне нужна в роли кормящей мамки. Так, Кнопа, не смей бить Пигги. Ой, простите. Кнопа, не бить Пигги. Твою ж Кнопину. Пигги, по носику заехали. Так, зачем мы даем зайчихе молоко? Ну, Кнопа уже на пенсии, это ее любимое лакомство. А так, зайчихи, которые не выпускные в природу и ручные, чтобы к ним подсаживать зайчат-сирот, мы приучаем их к молоку. Дело в том, что заяц даже часто в вольерных условиях не выкармливает свое потомство, не говоря уж о чужом. И нужен некий метод шантажа. Мы берем молоко, фиксируем зайчиху и подсаживаем под нее малышей. Примерно через 2 месяца вы увидите это. У нас будет очень много контента на такую тему. И вот я все надеялась, что Пигги сможет это делать. Но Пигги, видать, пошлет меня. А Кнопа, Кнопа вроде как на пенсии, вроде как. Хотя по возрасту еще что-то может, скажет, что-то может. Но она не любит детей. Она любит молоко. Здрасте, а ты будешь? Если зайца уже отучили от молока, то давать его больше нельзя. Обычное молоко из холодильника давать нельзя. Можно давать только или козье, не магазинное, либо заменитель молока Royal Canin. Больше пока фирм у нас в России нормальных по заменителю молока нет. Биофар — это ужас. Это или смерть, или инвалид. Эсбилак очень трудно найти на рынке. В результате, ну, каких-то альтернатив нет. Лактол – это тот же самый биофар, если что. И он не подходит категорически зайцам. Тасти, будешь? Такой пьешь? Нет, такой не пьешь. Банана будешь? Банана будешь? Банана. Банана будешь? Банана. На, банана будешь? Банана будешь? Против света не видит. Банана. Тасти. На. Банана будем. Ну куда тебе еще? Ну держи. Белка. Молоко будешь? На. На, молоко будешь? Белка. Иди. Молоко будешь? Белка. О, погонялась вон ее. Самец пощипал. Пощипал ее самец. Иди сюда. Пощипал по спине тебя. Честер пощипал. Щипал. Честер спину твою. На. Белка уже была отучена от молока. Но есть у нас одна хитрость, при которой аккуратно можно возобновить кормление. Но лучше так не делать. К тому же белка до 3 лет свободно пила роялку. Но потом от нее отучилась в какой-то момент. Ой, какая зяя. Какая зяя. О, привет. 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 Тут бегает с ножкой. С ножкой бегает, да. Сейчас так попробуем лечить. Уйти, красавица. Ежа, привет. Ежа, привет. Ежа. Ежа гонялась, а ежа не гонялась, походу. О, Честер. Честер, привет. Честер, почему у тебя щипанная спина? Тебя-то кто гонял? Что-то тут подозрительно прям. Дворянка, походу, всех покусала. Ну, какая сладкая девочка. О, ти сладость, ти сладость. Кноп переживает. Кноп переживает. Ну, Кноп, ну держи, держи, держи. Не переживай. Тебе нервничать вредно в том-то возрасте. Да, ну у нее все нормально с возрастом.
приоритет. Продолжают белорусы гоняться. Это какой-то пипец. Прям очень агрессивные. Ух ты, чуть-чуть лезет. Кто тут ко мне лезет в лицо? Не лезь ко мне в лицо. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Нет, 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 нельзя, вольер. Нельзя в этот вольер. Нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Куда ты лезешь-то? Не лезь. Не лезь. Любопытная скотина. Стой, 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 стой. Не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. Не лезь, говорю, не лезь. Ты несчастная, на взгляд, прям несчастная, несчастная. Тебя можно гладить? Можно я тебя поглажу? Можно тебя погладить? О, спасибо, спасибо, ой, спасибо. Ой, спасибо, спасибо. Говорит, ай, ай, кусать-то за что? Ай, ай. Ай, благодарю, благодарю. Белочка, хорошая девочка, да. Хорошая девочка, хорошая. Ой, хорошая какая. Подкупила меня, подкупила, все, подкупила, да. Подкупила. Ты меня уже удочерила, да? Удочерила меня опять. У тебя там что, кто-то есть? Такое ласковое поведение. И ты еще молока просишь. Еще молока просишь? А тут больше нет ничего. Сейчас.